Привет всем! Сейчас мы находимся в переходе над центральным проспектом города Химки. Вообще, этот туман еще более-менее нормально. Самая парилка, это тоже нормально. Самая парилка идет вот здесь вот. То есть сейчас, если посмотреть, затуманено все. Слой инея сантиметров, достигает 10 сантиметров, 10-15. И вот слышно, как идут люди, но их не видно. Вот только проявляется. И так постоянно, как только минус 20, больше минус 20, вот такой туман.